Всем привет! У нас сегодня доброе утро, да? Дядя Валера приехал. Доброе утро, мама. Дядя Валера тут подарков надарил. Финансовых, да? Да. Балует девчонок. Сначала на 8 марта денег отправил им в копилку. Еще приехал, да? Наличку привез. Лиза себе прическу сделала сама, да? Это прическу вообще не смогла. Да. Не смогла, то сделать сама. Настенька у нас в школу собирается. Да сейчас. Блин, мам, я поднялась, так там жарко было. Окно наверх открыла, ничего не чувствую. Да, не все. Подходи только. Да, я открыла на всю. А то вон я простыла. Ты закрой полностью, не надо. Ну, я здесь тоже открывала, проветривала. Ну, вот наверху открыли, сифон такой пошел. Ага. Ну, как будто на улице теплее. Ага. Расчесы. Волосы. Расчесыте. Часы. Тебе нравится, когда дядя Валера к нам приезжает? Пусть у нас остается, скажи. Оставайся пожить у нас. Бери отпуск, скажи, приезжай к нам. Да? Бери сюда, Надя. Чего? А, дом буду поднимать, так. Приедет жить к нам. Сегодня это шоу, где Андрей эту комнату, гараж, чтобы двухэтажный поднимал. Смотрю, уже домик такой, как у вас. Да? Брусу поставил рядышком, а ничего не доделал. Там расчесывай. Как у него, видать, это? Что-то на фронтонах на втором. Такие будут окна. Ну, Валя, сальца. Да, нарезай сало. Сало такое. Что у тебя сегодня? Хорошее настроение? Да. Я тоже сейчас. Пока монтировала. Пока выгружала. Дядя Валера-то у нас. Мы проснулись, а у нас дядя Валера дома. Да он еще так пришел, конечно, к нам. Он и Лизе вот так деньгами сделал, но... и она проснулась. Да? Вытащила базу, чтобы пылесос, вот он пропылесосил, чтобы на базу вставал сам. И вот все попасть не может. Все целится. Ну? Давай. Опять не получилось. Что ж ты? Разгончик бери. Все, уже 3 года начало тормозить немножко, да. Хочу на базу, а он все попасть. Ладно, сейчас. Пусть тренируется, забыл уже. Я его напрямую заряжала. И он начал тупить. Думаю, дай-ка на базу поставлю, попробуем. Может, так лучше будет. Что-то он даже не может заехать. Что, подальше отъедешь? Видимо, так. Проводили мы дядю Валеру, Настю, папу, да, а сами начали с Лизочкой готовить. Готовим мы пиццу, конечно же, если не попробуешь. Тесто хотела сама сначала приготовить, но вчера вот пошли в Чижик и купили уже бездрожжевое. Маловато тесто, но сейчас сделаем вот сколько есть. Смешала я томатную пасту с майонезом. Дальше мы намазали. Довольно тонкая пицца у нас получится. Помидорка, колбаска. Кстати, вот эта колбаса, которую мы купили, Вернер, варено-копченая, очень даже вкусная, да? Да, и Лизе тоже понравилось. Валера все попробовали, вкусная. И сыр. Можно было бы солененьких огурчиков. Ты прям бери его так, сыпь. Солененьких огурчиков, но нужно идти в погреб. И вот и Лизочка нам помогает. Сейчас просто вот так мы. Да, вот так вот. Сыпь, смотри. Здесь тесто, оно не такое толстое. Я сама. Давай. Я заготовлю. Ты готовишь. Ну, как раз здесь на 2 пиццы хватит. 2? Да. Делаешь? Да, вот таких. Небольшие. Надо в следующий раз самой сделать тесто. Да? Чтобы можно было сделать... приготовить побольше пиццы. Вот и Лиза у нас помощница.
Ну, ты вот так распределяй колбаску. Я сначала хотела колечками, ну, вот так просто нарезать колбасу. А Валера, у Валеры спросил, он как раз еще обедал. Я спрошу, что, Валер, как мы будем? Так нарезать? Кругляшками или вот так? Теперь лечим. Давай. Валера говорит, Алвин, лучше давай вот так нарежем. Так, хотя бы кусаешь и все сразу чувствуешь. Давай, ты вот так кидай, а я уже это... Распределяю. А я буду распределять, да. Куда не хватает? Куда? Ну вот смотри, вот сюда вот чуть-чуть не хватает. Вот здесь вообще нету, вот. Подожди. То нам надо на две. На две, чтобы хватило пиццы. Да? Больше даже как бутерброд. Так, все, этого, наверное, хватит. Этого хватит, потому что здесь тесто тонкое получается. Давай, и сверху сырок. Распределяй хорошо сырок. Сейчас, давай вот, подожди. Давай мы сначала вот так покрепче сделаем. Больше как бутерброды, а не как пицца. Хватит, колбасу есть, нам на вторую не хватит. Вот так прям бери, вот так. Раз. Повыше ручку поднимай. Да, и вот. Видишь, так намного лучше получается, да? Только старайся вот сюда не кидать. Здесь у нас одно тесто. Вот сейчас мы быстренько с Элизой приготовим. Вот, красота. Духовка у нас уже нагрета. Вот сейчас еще у меня здесь я раскатаю вот этот кусочек теста бездрожжевого и уже сделаем. Ну, ты распределяй хорошо, чтобы нам на второе хватило. А то сейчас мы все на первую накидаем, а на второе нам не хватит. Я просто не хочу больше вот эти ингредиенты добавлять. Вот этого все хватит. Да, вот еще чуть-чуть сюда. О, какая красота. Попробуй. Все, отправляем в духовочку, да? Сейчас у нас быстро приготовится пицца. А я пока вторую буду раскатывать тесто. Вот. Вторая пошла. Ты распределяй хорошо. Окей? Ты опять эту футболку надела? Ну, мне не нравится. Элизе же другую дала тебе футболочку, говорю. Носи другую, то ты уже столько дней. Она другую футболку фиолетовую надела. Ну, смотри, вот так рядом-то не надо. Надо немножко на расстоянии. Ну, а зачем так близко? И вот, смотри, в серединке. Ну, куда-нибудь другое место можем положить. Вот здесь не хватает. Угу. И вот сюда можно, да? Да, бери. Ну, надо. Как это не надо? Это же тоже помидорка. И Лиза в итоге походила в той фиолетовой футболке. К вечеру все, сняла, надела эту. Понравилось ей. Облизать обязательно, да, пальцы потом. Так, давай всю эту колбаску распределяй. Если останется эта колбаска, я ее съем. Не останется здесь как раз здесь. Я могу тебе бекончик дать. Да. Ну, давай ты когда сделаешь, да, я достану. Вот сейчас у нас быстро приготовится. Тонко, очень хорошее, кстати, такое прям податливое тесто, хорошо раскатывается. Я первый раз купила в Чижике это тесто бездрожжевое. Отлично. Но сейчас оно хоть и тонко, смотрю, вон, все равно оно приподнимается, все равно будет хорошо. Так, я думаю, не надо, чтобы они были. А то они... Что? Не так не холосо, они пропитаются. Колбасой, да? Да. Угу. Ну, не надо облизывать-то. Ты потом этими пальчиками берешь колбаску, которую облизываешь, и кладешь. Ну, когда себе, конечно, ладно. А когда ты для кого-то готовишь, то лучше пальцы не облизывать. Да, это не культурно. Правильно? Ты со мной согласна? Ага. Ну, он
колбаску я сыл. Ну, подожди, сначала тогда давай колбаску мы. А что, ты уже устала? Колбаску. Сейчас, если не хватит, мы еще бекончик сверху, да? Мы же купили бекон, если колбасы не хватит. Хватает, да? Ну нет, я думаю, все-таки мы бекончик сейчас еще... Чуть-чуть, да? Чуть-чуть нарежем, да. Нет. Чтобы у нас две разных пиццы немножко. Бекончик, он такой подкопчененький. Сырой теперь? Нет, подожди, давай сейчас бекон я нарежу. Ага, подожди 5 секунд. Решили вот так бекон положить. Ну, ты вот только мимо-то пиццы не надо, а то этот сыр прилипнет сюда. Старайся прям на пиццу. На черную эту старайся не попадать. Хорошо? Смотри, вот по краям. А то края будешь кусать, а то только в середине у нас будет вкусно. А с краю пусто. Да? Согласна? Вот здесь повыше, вот здесь вот вообще мало. Практически нет. Вон как у тебя ловко получается. В середину больше не клади сыр. Давай лучше вот с этой стороны вот не хватает. О, молодец. Красота, вкуснота. Там у нас пузырей больше нету. Я прокалываю вот так, чтобы пузыри у нас эти сыр... Чтобы ничего не выпадало, в общем. Можно было, конечно, изначально проколоть вот это тесто. Ой, как вкусно пахнет. Кстати, мы в этой духовке даже эту пиццу не готовили. Да? Mm-hmm. Я там начала готовить пирожки, да что, а до пиццы я как-то... Я захотела блинчик, потому что был день Масленицы. Масленица, да. Сейчас неделя Масленицы. Вот здесь не хватает. Вот, давай последнюю. Вот, все. Вот, сейчас эта пицца быстро приготовится, и мы сразу же вторую, да, отправим в духовку. Бекончик. Бекончик доставай из холодильника. Да. Где? Бекончик, вот. Сможешь сама вытащить? Может, пиццу подождешь? Нет, бекончик хочется. Вот это вкусно, мне нравится Вернер. И колбаса хорошая у них, и вот бекон отличный. Так ты прям полосочку и отрывай. Вкусно? Вкусно. О, как вкусно. Ты прям как будто бы спагетти какие-то ешь. Поиграть заодно можно. Сейчас как упадет. И вот такая вот пицца у нас получается. Быстро и вкусно. Красота. Мы с Элизой пошли прогуляться в парк, пока на улице такая классная погода. Птички поют, солнышко светит. Глазам больно смотреть. Тебе больно смотреть глазкам? Смотри, как всегда на солнце. Ну, все белым-бело. Вот сейчас ходим, прогуляемся. Там пока чисто, а то потом, когда начнет снег таять, уже невозможно будет пройти, потому что будет грязь, будет слякоть. И Лиза решила не копить, да? Коплю. Копишь? Да. Так, а зачем тогда ты взяла с собой деньги? Решила все-таки зайти в магазин. Да? Ага. Ну, когда обычно копят, деньги из копилки не берут. Ага. Так как долго будешь копить? Тебе не кажется? У-у-у. Нет? У-у-у. Копилка. Копильщик ты наш. В
варежки не надеваешь. Не холодно? Да. Снег вон уже тает. Скоро первая травка пойдет, первые цветочки. Уже весеннее настроение. На улице у нас сейчас где-то минус 8. Но за счет того, что ветра нету, очень даже хорошо. Да? Угу. Тепло. Солнышко немножко прогревает. Классно. Витамин D. Вот сейчас Элиза на горке, наверное, покатается, да? Побегает. Больно глазам идешь, прям больно. И ветер. Оказывается, это там, где у нас был, ветра не было. А сюда идешь, даже ветерок дует. А? На ушке? Ага. Шевелится, да? Зайка. Попрыгай-ка. На скамейке посидим, отдохнем. А ты устала? Так мне нравится этот парк, за то, что здесь елочки, сосны. И можно... Это, вот это уже не первые елочки. Да, вон скворечники на всех... На всех деревьях скворечники. Дети из школы делали вот этот скворечник. Вообще красивый. Вон. Цветочки какие-то, да, узорчики для птичек. Да? Давай оттуда пойдем. Не, давай вот так пройдем. Отсюда не пойдем. Устала идти? Скамейка, да. Все урны вон чистенькие, да? Все почищено. Красота. Теперь на другую, да? Отдохнула? Парк почищен. Все тропки. Даже не убрали. Что? Вот это там. Пушка. Какая-то. Какая-то пушка. Отсюда пойдем. Сократим путь, да? Выше, да? Вон здесь качелька. Как? Плохо катается, да? Ну, качелька свободна. Хочешь на качельку? Вон качелька освободилась. Будешь кататься? Вон здесь уже лед, да? Сама раскачаешься? Мама, страшно. Страшно?
чтобы ребенок не упал. Конечно. Назад. Он сломал себе что-то. Да. Есть такие котелки. Добавляешь видео, да? Ну. Это здесь. А я кайфую. Мне по балабанам. Вот это вот, окей? И что мне надо сделать? Эту песню. Добавить видео? Да. В это, да? Угу. Где ты играешь, да? Да? А я кайфую. Мне по барабану? Угу. Ну, если я ее найду, то добавлю. Да. Ты кайфуешь, да? Кайфуешь? Лиза кайфует, ей по барабану. Я кайфую, мне по барабанам. Ага, раскачалась, точнее. Держись, а то эта качелька скользкая. Раньше на другой качели качалась, а сейчас-то уже все. Сейчас только на этой. Ты уже подросла. Детей очень мало на площадке. Все в школе. Да? В садике. Села на скамеечку. Скамейка и тут же. И тут же сразу снег. Вот сейчас Лиза. На той, говорит, плохо ей кататься. А вот на этой железной будет получше. Нет, тоже плохо. Да? Мам, это когда этот мальчик или девочка говорит, Настя из лаз. Вспоминаю, что мило. Да? Да. Я думала, Настю вспоминаешь. Ух ты! Осторожно! Попробуй сама раскачаться. Вперед-назад. Тело вперед. Вот так, да. Ножками отталкивайся. Ножками отталкивайся. Да, учись. Все, никак научиться мы не можем на этой качели раскачиваться. Все? Площадка свободная. Теперь площадка, Элиза, принадлежит только тебе. Никого нет на площадке. Ты одна. Это теперь наша площадка. Все. Все свободно. Раскатать. Эта цепь холодная, мне ее холодно держать. Здесь на солнышке-то вроде бы сидишь, даже тепло немножко. Держишься? Здесь неудобно раскачиваться, здесь такая спинка. И то есть неудобно вперед. Если вперед идешь, сразу же соскальзываешь и падаешь, особенно когда в куртке. Здесь только когда раскачиваешь, можно нормально покачаться, да? Чуть вперед, а еще куртки все скользкие. И сразу же хочется... Ощущение, будто ты падаешь. Поэтому Элиза держится, а еще за вот эти цепи туда-сюда. И ощущение, будто сейчас ты упадешь. Ну, в принципе, и можно упасть, если не держаться. Здесь нужно вот так, как Элиза, кататься, не шевелясь. А та качелька очень-очень маленькая. Уже совсем для малышей. Если бы Элиза не была бы в
такой одежде, то можно было бы, например, туда сесть. Ну, там совсем уже для маленьких. Элиза подросла, да? Я люблю эту голову. А? Когда я лазу себе ребенка, я туда его буду садить. Когда у тебя ребенок родится, ты там будешь, да, катать ребенка своего? Ну, конечно, это для малышей совсем. Еще раз качать? Да. Элиза сначала боялась. Блин. Ой, держись, пожалуйста. А, ты ножками, да, до туда достаешь? Да. А-а-а. Но это мне страшно. Ну, сейчас, сейчас зимой-то уже получше. Ой, как здесь все низко. Мам, когда я вот так вот делала... А, давай еще разок. Посмотрю, как ты так делаешь. Сначала стояла, стояла, смотрела, смотрела. Я говорю, ну давай. А здесь думаю, если вдруг падать хоть низко. Дети все вон изрисовали. Здесь в этом месте сидят всегда подростки. Хулиганят, конечно же. Вот тут уже граффити, все дела. Давай. А как? Ногой раз. Помочь? Нет? Умничка, молодец. Я знала, что у тебя все получится. Прикольно кататься. Тихонько голову. Так скатываешься. Что? Я тебя не слышу. Что там? Просто это вот так. Как-то сначала сесть, и потом как макака вот так вот. Как макака, да? Только нужно смотреть. Все съел? Почти целый. Вот это. Тебе хватает? Так, это минус сколько? 20. Сколько это стоит? 10. Ну ты на пол-то не садись. А4. Нет, он, наверное, с чем? 106 рублей это стоит. А сколько это? А что там внутри? Давай прочитаем. Игрушка. На карандаши, пулер, наклейки. Тебе нужно? Нет, там написано. Это, скорее всего, просто коробочка, но вот такая еще была. А-а-а. А, нет, 106. Тебе надо? Смотри, здесь внутри игрушка на карандаш и какой-то пуллер и наклейка. Да. Надо? Да. Только одну. Ага. Настя, не будешь покупать? Надо. А как, у тебя же все? Все. У тебя же с собой 200 рублей. Еще 12 рублей надо. Если папа тебе добавит. А у меня нет. У тебя нет с собой? Нет. Возьми одну. Если что, Настя потом сама себе. Зачем тебе это? Ну, а 4 же, типа, круто. Все? Выбрала? Это жвачка. Это жвачка? Да. Это жвачка. В итоге отказалась Лиза от этого А4. На, все. Все. Он пирожное возьми медовое. Пирожное он не хочешь медовое? Ага, вы только не отменили эту штуку. Отменено, вон крестик. А почему на 654-то? Ага, потому что 82 жвачки. Ага. Слушай, я так жевать хочу. Жевательная резинка, кислый взрыв. Приехали сразу за Настенькой, да? В школу. И Лизу сюда привели. Пусть привыкает. Здесь такие в школе елочки.
красивенький. Там каток. Такой шум, гам, да? Аж прям такой... А, это, наверное, спортзал. Спортзал. Здесь всякие разные насаждения летом. Вон там то ли каток, то ли футбольное поле. Это каток вообще, он там заливает. Здесь а? Вот это туя или можжевельник? Туя, наверное, да. Он больше на тую похоже. Туя. Ну вот тоже ведь не промерзает ничего. Такая вот школа, сосульки такие висят. Здрасте. Вон, видишь, Валер? Сосули. Тебя тоже, Маша. Маша? Да. Футбол можно взять. Где забудешь сюда в школу ходить, да? Пинай, пас. Да. Молодец. Иди в школу пока учись. Учиться пойдешь? Нет. На следующий год. Почему? Ты же так все знаешь. Нет. Ты с мамой до пенсии будешь сидеть. Да? Ходить. Здесь выборы, избирательный участок, да? Да, здесь выбор. Ага. Здесь скользко, аккуратно. Надо по этой ходить. Да. Что там еще не видать? А вот здесь так холодно, да? Там. Дети, ничего не видно? Начинает работать школа будущих первоклассников. Занятия платные проводятся по субботу. Она сама кого хочет научит? Здесь да, Элиза? Будущие первоклассники, да? Учить договор со школой. Готовить бейчить. В смысле, школа платно сейчас заключает? Ну, видимо, кто... Нет, есть и бесплатно, а есть кто... кто-то может платно ходить на подготовку. Всего деньги берут. Ну а как раз все равно же оплачивают некоторые, вот. Поэтому здесь тоже так же. Ну не у всех же время есть учить. Ну, в смысле, есть. И лист только не облизывай там. Дошкольная ты... есть же, она знает, да? К этому уже готовились, я и учил уже, что нельзя. Ага. Я один раз как в детстве ворот хоккейно влезал на улице и так стоял. Примерз с языком прям. Со скальп снял с языка. Приятно. Вот, твоя школа здесь будет. Будешь здесь учиться. Здесь почему-то холодно, да? Ну, сюда как поднимешься, сразу холодрыжка такая. Пойдем тогда пока, да? Пойдем пока. Выйдет еще целых 10 минут. Там же, это же 10 минут. Нам просто... Ага. Звоночек, да? Там детский садик 8-й. Такой шум, как будто бы это соревнования какие-то. Бул гоняем. Гол. Штабля. Эх, рюкзака нет, так бы можно было бы с рюкзаком поиграть. Чем-нибудь, да? Можно я его дома заберу? Камень? Зачем? Не надо. Камень, да? Ты дома решила поиграть, что ли? Да? Такой камешек классный, да? Дома-то что-нибудь разобьешь.
Можно, говорит, я камень домой заберу. Лизочка. Привет. Ой, это не на камеру. Смотрите, мы ходили в палку. Нормально? Сегодня у нас была контрольная за четверть. Она была сложная. Даже у отличников были четверки. У меня четыре. Да? Да. Хорошо. Это по какому? По математике? Да. Молодец. Папа, папа! Это папа, ступеньки такие. И Лиза уже упала несколько раз. Настя упала. Мама, на пол. До четверга вы учитесь? Да. А потом каникулы? Нет, еще одна неделя до четверга. А, выборы же будут. Так ты завтра сходишь на три урока и все, что ли? Да, я пойду. А, все понятно. Я с собой окружающий возьму, потому что она сказала окружающий взять на всякий случай. Вдруг предметника не будет. Понятно. А, завтра как сокращенный день, да? Да. Все понятно. Круто, мне только нужно сделать, ну, английский выучить и сделать русский. И английский и русский, да? Да, прочитать все. Кайф, живем. Кайфуем, да? Кайфуем, Лео, кайфуем. Пока мы гуляли, папа тут чаек с пиццей попил. Это не я, целая это тарелка была. Это мышка. Папа сделала две пиццы, чтобы... чтобы... Вот это моя, Настя. Это мой кусочек. Нет. Слушай, ты свой кусочек, да, уже съел. Да, я мой кусочек. Я ничего не поел, не успел. Я кушать хочу. Я даже в столовой чай не попила. Кормили? Потому что там вообще жестко горячий чай этот был. Я палец сюда засунула. Подуть надо было. Слышите? Сейчас все разлетится всем одноклассникам на лицо. А, тихонько. Мне же вот так. А что давали в школе? Пюре. С котлетой. Нифига себе. Хлеб. Он такой пышный хлеб. Пыш. Вкусный. И вот чай вот этот жестко горячий, который я не смогла попить. И пошла. Вот у нас там есть кранчик такой, что пить. И стаканчик стоит, чтобы попить. Я попила там. А где моя сладость? И он жажду не удаляет вообще. Да. Ну, в принципе, нормально. Ну, ты с чаем будешь пить, иди тогда переоденься, пока. Я хотела шоколадку сразу, а я хочу... Переоденься. Точно, мама, у меня все из памяти вылетело. Давай.